Жителі Комунарського району скаржаться, що на вулицях приватного сектору не забирають сміття. Пакети, які городяни виносять за двір, можуть стояти по декілька тижнів. А от сплачувати за ненадані послуги доводиться повною мірою. Про те, чому під парканами запоріжців утворюються сміттєві вежі та коли з вулиць зникнуть пакунки зі сміттям, дізнавались наші журналісти. Докладніше розповість Катерина Ганжа. Вже півтора роки поспіль Олександр Носовський щодня виходить на двобій зі сміттям. Працює у приватному секторі Комунарського району. Чоловік власноруч закидає мішки, які залишають мешканці будинків, до вантажівки. Каже, останнім часом працювати стало надзвичайно складно. Дістройматеріали грузять, і збите скло, а також і ветки, срос, там, обрізки. А воно, як ви розумієте, це все травмоопасно. За словами пана Олександра, через те, що кількість сміття та його об'єми збільшили ще не у декілька разів, на вивіз доводиться витрачати набагато більше часу, ніж це було ще минулого року. Через це на деяких вулицях утворюються справжні вежі з мішків, які не встигають вивозити на звалище. Проїхали буквально десь, ну, вулиця, кусочок квартала, навіть так, метрів 100. А загруженість машини вже майже половина. На підприємстві з вивозу сміття кажуть, проблеми утворилися через те, що на початку року компанія відмовилась від використання власних брендових пакетів. Тому стало неможливо контролювати не тільки вагу та кількість пакунків, а й те, чи сплачують люди за саму послугу вивозу сміття. Аби врегулювати ситуацію, у підприємстві планують вже за кілька місяців відновити вивіз сміття за наявності фірмових пакетів. З квартальними буде заключений договір. Вот, на выдачу этих пакетов или с их уполномоченными лицами. К этим договорам будут приложены схемы проезда нашего автотранспорта, чтобы люди понимали, по каким улицам машина проходит, потому что в частном секторе, как мы знаем, есть узкие улицы, есть тупиковые улицы, где наша машина не может развернуться. А поки ця схема ще не працює, запоріжців закликають дотримуватися певних правил вивезення сміття, які встановлені для жителів приватного сектору. Согласно норм накопления, это получается 50-литровый мішок, небольшой, на одного человека в неделю. Это бытовой мусор, но ни в коей мере не земля, камни и отходы жизнедеятельности животных. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z. І продовжимо тему у студії. Я рада вітати Олену Говоркову, начальницю абонентського відділу, та Наталію Краско, начальницю відділу логістики Вельтум Запоріжжя. Вітаю вас, пані. Поставити запитання нашим гостям можна за телефоном у студії. Він зараз з'явився на екрані. Також пишіть нам у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z. Всі запитання обов'язково пролунають в ефірі. Отже, я так розумію, що ідея з відмовою від фірмових пакетів виявилась провальною, і тепер до них знову повертаються, так? Так. На ошибках учаться. Все будет налажена работа. Проблема в том, получилось, что население без пакета выставляет ненормированную тару, объем, и, к сожалению, не оплачивая данные услуги. Вот в сюжете было заснято, подошли мы к одному домогосподарству, стоят очень много пакетов тяжелых, я была с оборотно-сальдовой ведомостью, и долг 341 гривну. То есть понятно, что грузчики забирают все подряд, и те, кто уплатили, их те никто не платил. Но теперь мы снова с 1 июня 2018 года переходим снова на маркировочные пакеты, которые будут стимулировать население оплачивать свои долги и ежемесячную оплату, но выставлять мусор именно в маркировочных пакетах, которые будут и ранее символизировали услугу оплаченную и заключенный договор. Да, на пакете будет нанесено перечень тех видов отходов, которые можно складывать в этот пакет. Ну, а мы будем со своей стороны понимать, есть ли в данном домовладении договор, оплачивают ли они за услугу, потому что это будет гарантированным забором мусора, и это будет подтверждением оплаты услуги по вывозу мусора. Ну, не так, как сложится сейчас, что мы забираем возле каждого дома мусор, и если, допустим, один из жителей, один из соседей платит, второй не платит, когда мы доезжаем уже, может быть, до того дома, где человек оплатил, машина уже заполнена, и рабочий день уже закончился, возвращаемся мы только на этот квартал на следующий день, а это создает негативную ситуацию, потому что мы вроде как у человека, который не оплачивает услугу по вывозу мусора, мусор забрали, у человека, который оплачивает ее, мы его не забрали, соответственно, это вызывает большой поток жалоб, большой поток негатива, ну и пакеты будут, так как будут сложены туда определенные виды отходов, да, которые указаны на пакете, пакет будет, я так думаю, что допустимого веса. Вот. И наши грузчики
будут легче, быстрее обслуживать население, забирать этот мусор, потому что мы, как видели, это пропиленовые мешки со всякими видами отходов. Это, может быть, и сено, и верхние дерна от земли, которые загрязненные люди собирают, и строительные отходы, это где-то какие-то отходы после жизнедеятельности животных. Бывают мешки весят более 50 килограмм. Ему надо его поднять, закинуть на машину, потому что люди у нас работают по 12 часов. Соответственно, это довольно тяжелый физический труд, когда он постоянно идет за машиной по кварталу, поднимает это пакет, это влияет на их состояние здоровья. Соответственно, поднятие постоянной тяжести. То есть мы решили вернуться к пакету с логотипом, чтобы понимать, что происходит в частном секторе, кто платит, кто не платит. Які відходи туди потрібно складувати. Тобто цей колапс, він утворився лише у приватному секторі, так? Серед мешканців, які просто стали недобросовісно виносити сміття. Не то, щоб недобросовісно, просто много, ненормировано. Если раньше, человек выставлял, если проживает один человек в доме, он выставлял один пакетик в неделю, и проезжая машина, идя по маршрутному графику, у нее каждый день есть маршрутный график. Это 3-4 квартала, которые она должна забрать. И мы их забирали. Да, были какие-то сбои, связанные с технической поломкой автотранспорта, но, как правило, на следующий день мы старались выровнять график, где-то, может быть, дольше поработать, где-то, может быть, вывести резервную машину, и забрать этот мусор. В результате этот сбой был недолгим и не причинял такого неудобства, как сейчас, то на данный момент, имея в маршрутном задании 2-3 квартала, машина иногда возит один квартал. Бывает, проходит улицу, и она уже заполнилась. Соответственно, это растет как снежный ком. То есть в этот день мы должны забрать 3 квартала, забрали только один. На следующий у нас есть еще 3 квартала, мы забираем предыдущие 2, потому что люди там тоже ждут. Поэтому для выхода из этой ситуации очистки в районе мы стали привлекать дополнительную технику. На сегодняшний день, у нас ездит еще дополнительно 7 КАМАЗов. Давайте про додатковую технику. Да. Мы еще поговорим, у нас просто есть телефонный звонок у студию, зараз відповімо и потом повернемся к этой теме. Алло, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго вечера. Звонит клиент из частного сектора. Я заключил договор весной, и мне обещали, что будут регулярно вывозить мусор. Яка адреса? Вывозится уже по 2-3 недели мусор. Яка ваша адреса? Давайте уточним. Ивана Багуна, поселок Чкалово. Угу. Дякую. Це все? Можете сказать дом? И когда будут регулярно забирать мусор и, как говорится, зачем браться за ту работу, которую вы не можете сделать? Який ваш будинок, просят уточнити? Номер будинка вашего? Да по всей улице у нас. Дело в том, что улица может быть длинная, это может быть соприкасаться и граничить 2 квартала, поэтому для того, чтобы на завтра вообще на поселок Чкалово запланированы КАМАЗ, но хотелось бы узнать ваш адрес, дом. Можна номер дома? Звініть. Вже, напевно, поклали слухавку. Ситуація видна, що це поселок Чкалово. Да. Так? Саме там якась проблема є. Коли трапляється така ситуація з невивозом сміття, що робити? Кому скаржитись? Чи є якась, можливо, гаряча лінія, куди можна зателефонувати? Да, є у нас гаряча лінія. Це телефон 228-55-25. Зараз ми її вже, звісно, нормалізували. Раніше було проблематично дозвонитися, тому що, коли спеціаліст розмовляє по телефону, люди слышали, коли лінія зайнята, він многоканальний, люди слышали в відповідь длинні гудки. Зараз ми це нормалізували, але дзвінків поступає стільки за день. Люди дуже жалуються, что не могут дозвониться. Но я хочу, чтобы население понимало, каждый день вечером, когда идет отметка о том, что вывезен мусор, не вывезен мусор, на каждой из наших машин установлены трекеры движения. Мы это все видим. То есть эта информация все есть. Все квартала, которые у нас не вывезены, или адреса по высотному сектору, если случился невывоз по какой-то причине, это все фиксируется в задании так называемым невыполненным. Мы стараемся на следующий день послать машину и забрать этот адрес, потому что, в принципе, наши водители
деле все подконтрольные. Вот где ездит машина, это все прозрачно, мы это все видим. В любой момент мы можем посмотреть и выяснить, была ли там машина или не была машина. Если она не была по данному адресу, да, мы уже выясняем причины, по какой она не заехала. Бывает такое, что на внутриквартальных дорогах жители ставят временно, либо на постоянку какой-то транспорт. Тогда мы, водитель обычно сообщает, какой номер машины стоит. Мы связываемся с районными администрациями, либо с управленческими компаниями, ну и принимаем меры. Ну, также бывает, что машина не заезжает по причине того, что перерыта дорога, если там случилась какая-то авария. У нас было несколько адресов совсем недавно, где работали другие организации с сетями, и был затруднен вывоз мусора, но, соответственно, возникло перенакопление, недовольство граждан. Ну, когда все, в принципе, мы смогли проехать, мы это все убрали. Вот, если у нас случается такое перенакопление, мы, конечно, стараемся посылать машины с грузчиками, чтобы собрать и чистить всю площадку. Ну и потом уже управленческие компании, их дворники, они собирают, заметают все, что осталось, мелкий сор какой-то, уже приводят площадку в какое-то соответствие. Є ще запитання на Фейсбуці від глядачів, також приватний сектор, але зелений яр. Частний сектор зеленого яра тривожить змінення в условиях вивоза мусора. З 1 числа опять всіх переводять в обов'язковому порядку на пакети. Причому содержання мусорного пакета теж регламентується. Хоча странно, остальний мусор куди? Если, наоборот, пищевые отходы идут в компостную яму, логичнее вывозить все остальное. Основной вопрос в графике вывоза. Мы устали всю неделю гадать, когда мусор вывезут. Выглядит это так. Утром перед работой пакет выставили, после работы пришли и обнаруживаем разбросанный мусор по всей улице. Пакеты разрывают бродячие животные. Если бы вовремя вывезли, и проблемы бы не было. Но нет. Так, неделю упражняются, звонишь, уточнить график, его нет. Еще до графику давайте одразу. Ну, это то, о чем я говорила ранее. У каждой машины на каждый день, каждый квартал у нас вывозится раз в неделю. Вот. В городе 128 кварталов. Если в понедельник, да, определенные номера кварталов не вывезлись, то они перешли на вторник. Это связано с перенакоплением мусора в частном секторе. Вот. Поэтому идет и сбой в днях. Вот. Если мы перейдем на тару с логотипом, да, на специальные пакеты, то мы войдем в график. Сейчас мы принимаем все усилия для того, чтобы войти в график. Для этого и нанята дополнительная техника. Это те КАМАЗы, которые горожане, ну, жители частного сектора видят на своих улицах. ЗИЛы. Мы привлекли Фотон. Вот, ездила у нас Зеленое Веко. Вот, для того, чтобы сейчас убрать все скопление мусора, которое, да, сложилось, вот, в связи с тем, что пакеты стали безликими. И мы не понимаем, это бывшая свалка или это просто население квартала какого-то провело субботник. Вот. Ну, в связи с этим идет сбой в графике, и, соответственно, люди не понимают, они знают, допустим, что у них день вывоза среда, либо вторник, либо четверг. Вот. И так как мы не предоставляем машину своевременно, пытаясь вывести те квартала, которые не были вывезены в их дни, график смещается. Я думаю, что мы войдем вот, в график, и люди опять будут понимать, да, они все знают, когда у них день вывоза, когда надо выставлять пакеты, это все нормализуется. И еще запитание на Фейсбуке. Что значит ненормировано много мусора люди выносят? Так как если его больше, чем положено, экономно вырабатывать мусор. Не устраивают же стихийные свалки? Куда его девать? Якщо больше сміття, ніж зазначено у ваших нормах, что делать с этим сміттям? Куда его девать? Ну, как насколько больше сміття? Давайте про норми. Скажите про норми. Сколько вміщує цей пакет фирмовый? Со 2 февраля этого года, с февраля этого года, решением Запорізької міської ради были увеличены нормы накопления. Получается, что на частный сектор 2,44 куба в год, то есть на месяц 0,2 куба на человека. Это приравнивается, вот мы говорили, 4 маленьких пакета по 50 литров или 2 больших. То есть, в принципе, если один человек проживает, 4 маленьких пакета 50-литровых, ему вполне хватает. То, что там идет же сразу 2 человека, значит, 8 маленьких пакетов, 3 человека, 12 на месяц. Это вот объем. За месяц. За месяц. Я думаю, если 3 человека проживает пакетов 12 штук на месяц, я думаю, это очень даже будет хватать. Проблема даже в том, что население не то, что там даже этих пакетиков мало выставили. Я сама приезжала на рейд в Шевченковском районе, жаловались, кричали, что тоже не вывезли мусор. Земля, камни, гравий, пакеты не завязаны, эти мешки полипропиленовые. Поднять их просто невозможно. Наш водитель пытался, он только мог по земле проволочь его, но никак не поднять и не бросить через борт автомобиля. Поэтому пакеты будут выдаваться через представителей квартальных комитетов.
там еще разрабатывается одна методика, которую хотим прийти к западному образцу с просьбой через райадминистрацию, чтобы населению было удобно получить данную маркировочную тару. Пустить в продажу свободные у нас не рентабельно, потому что, опять же, будут покупать все и не платить за саму услугу вывоз мусора. И хочется еще раз акцентировать внимание, что пакет – это тара бесплатная, которая выдается на оплаченную, за оплаченную услугу вывоз мусора. То есть оплатили услугу вывоз мусора, получили соответствующую тару. Угу. Є у нас телефонний дзвінок у студію. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Добрый вечер. Доброго вечера. Полякова, 15Б, беспокоит. Вопрос следующего характера. Понимая всю сложившуюся ситуацию, такую трудную, хотелось бы задать вопрос. Мы обращались на горячую линию, у нас стоят два бака. Один из которых периодически вывозится, второй, который предназначен для отходов пластика, всего остального, стоит уже закрытый насильно. И никак мы не можем добиться того, чтобы его вывезли. Его уже подзагрузили и мусором, когда были проблемы. Ну вот что-то никак. Там мухи летают, запах чудеснейший, все это мы нюхаем. И все-таки хотелось бы услышать, когда же его заберут. Дякую за питание. Смотрите, мы постараемся его забрать как можно быстрее. Дело в том, что сейчас, ну, это бак, так называемый, под сбор вторичных ресурсов, которые еще стоят у нас в городе. Мы их периодически освобождаем от мусора, так как население сейчас, ну, в принципе, некоторые дома слаживают туда действительно вторичные отходы, некоторые заполняют его ТБО. Мы его вывезем и бак с площадки заберем. Вот, потому что на данный момент наша тара превратилась для сбора вторсырья, которое, в принципе, мы не вывозим. Возим и ложим туда все подряд. Поэтому, да, я приняла вашу заявку, мы обязательно вывезем мусор из этого бака и бак заберем, устраним. Наші журналісти вирішили дізнатись, наскільки задоволені мешканці Запоріжжя роботою компанії Вельтум. Пропоную переглянути невеличке опитування. Ні, це дуже велика проблема в нашому місті. Чи сортуєте ви сміття? Так, я сортую сміття. Дуже критично, дуже, я дуже незадоволений вивезенням сміття, і взагалі не тільки в моєму районі, але й взагалі по місту. Особисто сам там папер я окремо відкладаю, щоб його здати в макулатуру. Переповнені мусорки завжди, вон стоїть мусор, вітер розносить. А чи сортуєте ви сміття? Нет, если бы было куда, мы бы сортировали. Организовано на том же самом уровне, как и все наше життя. Не гірше, мабуть, и не краще. Чи сортуєте ви сміття? Насправді то ні. Ні, не задоволена. А чому? Тому що нема розподілу сміття по видах. Повертаємося в студію акцентів. Є ще у нас запитання на Фейсбуці. Просто час впливає, хочеться більше конкретики, так? Більше по запитаннях глядачів. Нижнепровская, 14А. Лежат горы листвы и веток от прошлогодней уборки. Скоро год, как никто не убрал и убирать не собирается. Дома передали, а мусор за собой не убрали. Вопрос, кто и когда уберет эту гниль? Рядом детская площадка, а в листве крыс. Вопрос есть еще. Кто должен следить за вывозом строительного мусора, который возле баков складируют непорядочные жильцы? Ведь мастера знают, кто выносит. Почему ответственные компании не штрафуют жильцов и не заставляют его вывозить? Когда мусорные площадки будут соответствовать санитарным нормам, ограждены от домов и детских площадок, жильцы платят за вывоз ТБО, а это и стекло, дерево, старых стульев, ветошь и так и инше. Почему компании цену подняли с учетом вывоза ТБО, но не вывозят? Все собирается на куче возле мусорных баков. Ну, вот по адресу Нижнепровская, 14А. Листву наша компания не вывозит. Листву и ветки компания не вывозит. Этим занимаются управляющие компании. Да? Точно так же, как и строительный мусор. Если человек делает у себя в квартире ремонт, вынося мусор на площадку, он должен понимать, что этот мусор нужно впоследствии вывести. За ним никто убирать не будет. Вот. Потому что у нас люди где-то привыкли, да, к тому, что мы сделали ремонт, в квартире, мы вынесли строительный мусор, мы вынесли какие-то разбитые кресла, диваны. Мы ждем, что кто-то уберет это. Конкретно по адресу Нижнепровская, 14А, по-моему, 2 или 3 дня назад было, по-моему, пожар и выгорела квартира. Вынесли все, что в квартире было, на площадку. Я
2 дня снимала машину, посылала туда, чтобы убрать эту площадку. Мы ее убрали, хотя, может быть, это не совсем наши компетенции. Мы возим только ТБО, которое собирается в контейнерах, и крупногабарит, который выбрасывают люди. Да, это там стулья какие-то, может быть, кресла, диваны. Вот, оконные рамы, это уже отходит больше к строительным отходам. А кто повинен слідкувати за вывозом цього сміття? Вот тут просто запитання, я перенаправляю. Были и времена, занимались, отслеживали мастера припрежа. И вообще-то это строительный мусор. Вывозят сами владельцы жилого помещения. Нанимают машины, потому что там совсем другие тарифы, совсем другие услуги. И наше предприятие строительный мусор не вывозит. Дякую вам, пані, за змістовну розмову. Успіхів вам. До побачення. Далі на нас чекає невеличка пауза, після чого повернемось у студію, поговоримо про прекрасне. Юлія Чернета розповість нам, як триває підготовка до конкурсу краси «Міс Аврора Саммер-2018». Дочекайтесь.